Хотите порадовать своих детишек красивой подачей фруктов и ягод? Тогда сделайте этого чудесного ежика вместе с ними. Хорошее настроение всем гарантировано. Дополнительно вам понадобятся зубочистки. Для оформления носика и глаз я использовала черную смородину, но можно взять гвоздику, черный перец горошек или маслины. Включайте в ход свою фантазию, а я расскажу, как приготовить ежика из винограда и груши. Груша – 1 штука. Виноград – 300 грамм. Черная смородина – 1 штука, веточка. Количество порций – 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Ягоды и фрукты помойте и обсушите. Затем обрежьте кожуру, как показано на фото, формируя мордочку ежика. На центр зубочистки насаживайте виноград и втыкайте в грушу. Я рекомендую начинать от головы по центру, затем вправо-влево и следующий ряд. С помощью небольших кусочков зубочисток накалите черную смородину. Приятного аппетита и хорошего настроения!